Витфест сегодня очень замечательно все. Вот как-то так. Ну, все как обычно, на самом деле. То есть что-то такого нового я не видел, но все как обычно. Ребята, блогеры, все фоткаются. Только сегодня покушать нечего, на самом деле. Я очень голодный, а кушать нечего. Надо было из дома забрать чуть-чуть. Скажи, как тебе удалось записать коллаборацию с Егором Кридом? Очень хороший вопрос. Все очень просто. Мы созвонились, договорились. Приехали в назначенное место и сняли. А кто кому позвонил? Это останется секретом, если честно, да. Мне так кажется, лучше так сказать. А как девушке попасть в твои вайны? Чтобы попасть девушке в мои вайны, нужно быть девушкой. И нужно написать мне... Пишите мне вообще, все пишите мне. Ты же не отвечаешь. А я всем буду отвечать сегодня. И завтра. Не, на самом деле я отвечаю. Очень часто я отвечаю, просто не всегда получается. Ну, прямо вот. Сейчас напишу. Да, я тебе отвечу. Опа, вот и коллаборация.